salatu vesselamu ala eşrefil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Amma ba'du. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Mi znajem što naši uvaženi gosti slušati neko vreme neto. Ja думаю, 2 minuti slušat moj mjesto do stop, oni najdut vreme naša. Tako da u njih budu, ja nikto ne budu slušati. Ili uči, я обращаюсь к дагестанцам, хочу сказать, вот несколько лет тому назад, 2-3 года, можно вам сказать, вот, представим, что вот так открытом месте будет сидеть глава республики и другие уважаемые люди, гости, вот наши гости, очень уважаемые люди, ингушетии приехали, они наши братья, и Зеудин Магомедов. Очень уважаемые люди все. Других мусульманах не будем говорить. Просто они, мы не могли представить, что вот так перед, вместе с нами вот так будут сидеть и делить нашу радость. Я этим хочу обратить внимание на спокойную жизнь дагестанцев в Дагестане. За это в первую очередь хочу благодарить Аллаха, за то, что Аллах нам дал такую жизнь, спокойную. И дал мы в одном кафе чай пили. Я был и нервью. Он говорит, я как удивляюсь сегодня, и вместе с этим хочу сказать, несколько лет назад мне это как бы не было возможно. За это, конечно, мы должны благодарить Аллаха и сказать спасибо нашему руководству за то, что они стараются и делают все, что возможно, чтобы республика было хорошо, чтобы республика процветала. И можно подумать о завтрашнем дне. За это мы благодарим. И то, что касается спонсора, тоже хочу несколько слов сказать. Вот, когда несколько раз эту мечеть когда строили, в начале то, что было проблема, мы не будем говорить. Но то, что касается строительства, 2 раза, когда я был в центральной мечети, там объявили сбор средств для завершения строительства этой мечети. Просто я думал, все 15 тысяч человек на меня смотрят, мне такого стыдно, как будто для себя я эти деньги прошу, потому что возле моего дома не находится. Люди же говорят, что я скуп, такой богатый человек, я какие-то деньги ворую. Я-то воровал, ему некогда воровать. А людям кому это объяснишь? А там, когда просят, мне было стыдно, потому что у нас в Дагестане люди с имамом, с средним так, уровнем живут, но не богатые все. Когда деньги собирают, не давать тоже им трудно, и давать тоже трудно. Вот так я переживал. Когда вот так я переживал, не был душой, я как бы молился, просил Аллаха, чтобы он дал человека строить на себя, который ведет, и людей, чтобы им не беспокоили. Открытие просить, тоже Всевышнего тоже стеснялся. И в это время, видимо, Всевышнему жалко стало своего жалкого раба, и Аллах дал спонсора. И за это, да Аллах этому спонсору, этот мечеть, не постыдный был, чтобы у него такая была болезнь, чтобы он без расхода средств на благие деяния, чтобы он не мог терпеть. Это болезнь будет хронически. И то, что касается еще дагестанцев, наш глава говорил, Дагестан раньше называли море науки. Я хочу тоже благодарить Аллаха. Мы потихоньку к этому идем. По нраву к этому направлению мы двигаемся в течение года. Вы заметили, хотя говорит чуть-чуть стыдно, но все равно надо сказать. Мусора ты совсем даже ищешь, не найдешь. Уже мусор меньше стало. Люди начали друг к другу уважительно относиться. Когда
просишь прощения у другого, раньше это было дико, по понятиям нельзя просить прощения. А сейчас уже можно. Просишь прощения, тот прощает. Уже те понятия тоже уже назад не к вам уходят. Это же хорошо. Люди, значит, у нас полностью еще не испортились. Есть еще кое-что. Я бы не полностью говорю, там чуть-чуть мало испортились, а так остаток у нас потенциал хороший. И в ближайшем будущем, я думаю, они где-то когда за границей гости куда-то пойдут, они будут гордиться дагестанцами и дагестанскими алимами, богословами. Сейчас пока гордиться не нужно, сейчас пока можно сказать, у нас тоже алими есть. Но через несколько лет, я думаю, вот так они могут гордиться. За это тоже мы благодарим Аллаха, но тоже в этом истории не забудем, потому что они же могли уже нам мешать учиться. И делают, помогают, выделяют средства, выделяют участки для строительства, создают все условия за это. И всем дагестанцам, и всем россиянам, как в первом начале было предоставлено слово «Дуа Дела» и спонсора, и «Дуа Дела», и «Амин Гауди». Alhamdulillah.